Кстати, может, посмотрим нашу рекламу на... Вы что, вы понимали, был момент, когда мы с Давай Колей... посмотрим нашу рекламу вот ту на моем канале втором. На яйцо или какую? Или где, где суккуб? Да, это охуенно. Давай. Безбашенное приключение лохов и... невероятная история Ивана. Это Иван, это... А Иван можно смотреть на стрим? А, можно, можно, по-моему. Сыночек, иди сюда, я супчик приготовила. Извини, мам, не успеваю. На Матан опаздываю, сегодня экзамен. Школы, удачи, такая. Сынок. Удачи. 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 Как тебе такой Матан, Маша? Блядь, мне кажется, мы спокойно могли бы снимать нехуёвые такие российские сериалы, по ощущению. Я тебе говорю, это... Вот я сейчас смотрю на этот ролик и понимаю, он настолько на похуй снят, что это очень... Это выглядит охуительно. Да. Я хочу вот теперь такие же ролики опять снимать. Надо, короче, все, мы опять снимаем такие ролики. Надо, чтобы по рекламу брали всякие казино. Стой! Не употребляй! Отстань от меня, мистер спаситель человечества от внешней угрозы. Мне плохо. Мумаша задолбала. Из универа выгоняют. Батя пьет. Но самое главное, мне не хватает денег на голову Акса из игры Dota часть 2. Проблемы свои наркотой ты решить не сможешь. Но знаю я метод один. Пойдем со мной. Идем. Я не в ту сторону фокус повернул. Вообще похуй. Блять, просто, блядь, что за хуйня? Почему ты это не вырезал? Ну, охуенно ж получилось. Ой, ладно, давай дальше. Так, значит, садись за компьютер, брат. Присаживайся, присаживайся. Так, теперь... Заходи по ссылке в описании под этим роликом. Значит, и молодые. Да, хорошо. Нееет! Но почему, мумаша? Потому что, сынок, тести дроп это зло, которое высосет все твои соки и вырвет твою душу из твоего и так маленького тела. Не верь ей, Иван, она суккуб. Быстрее переходи по ссылке в описании, или она убьет. Там была камера, короче, на которой не работал автофокус, и мы ручную его вертели, и вообще не понимали, как это говно работает, и просто туда-сюда хуярили, и такие, ну вроде нормально. Жми же, идиот! Черт, спалилась. Спойлеры на 2023. Что? А почему мы в других футболках? Ну мы же, братан, в другой день снимаем этот кадр. А что вообще произошло? А сейчас тебе расскажу об этом песенкой. Ваня, сейчас ты узнаешь. Песня вроде нормальная, да? Такая. Нравится тут моя футболка, смотри. Это футболка Русич. Будут подтягиваться. Тут просто фотки я вставил, понял? Кадров не хватило, я уже закончилось, да? Я фотки вставил. Только типа там, которые нафотканы, или ты просто на старые какие-то нашел? Нет, мы там нафоткались еще, я вставил типа фотки просто. А. Так, ладно, второе. Второе это вообще пиздец. Это же наша более качественная работа. Ох, вот все тёлки, конечно, да? Да, и не говори. Кент, вот согласись, сейчас бы подымить трубочку бы дымную, да? Калик! Калик,
Калик, так может ты... У меня тогда кальянки своей не было, видишь, это все спойлеры. Да, ты же Калик. Калик. Хорошо. Что теперь сейчас будет просто, блядь, делать ебучий Калик? Если вы думаете, что это ради видеоряд, я тут просто хотел сделать Калик. Сымиджинировали ебало людей, которые заходили в кальянку Коли позавчера. Бля, а вот это я помню, это вообще пизда какая-то. Бля, я помню этот калик, это пиздец просто. Вы уж поняли, он реально сделал калик из шпрот. Реально. Я пропущу эту хуйню. Это смешно смотреть, как я это долго делаю. Да, блядь, это просто, ну, долго и все. Он реально, вот все это время, чтобы понимать, он будет делать калик. Вот, смотри, давай, я знаю, куда промотать. Я съем ее сейчас. Короче, вот это делается. Вот я углист. Короче, я поставил, смотрите, я специально снял это одним кадром, чтобы люди видели, что я именно рыбу курю. То есть я вот тут вставляю рыбу. Все, забиваю угли. И вот, смотрите. И кадр не меняется. Смотрите, кадр не меняется. Это все, чтобы вы знали, что как? Это все не по-настоящему. Блять, фокус проебался. Блядь, как ты это куришь? Я вспоминаю этот вкус, это пиздец. Блин! Ты же вот жизнь, дерьмо! Нет, это пиздёж! Я помню, приготовили, все попробовали, это была хуйня, да, и ты тут, сделал нормальный. Тут нормальный и ты сделал нормальный. Да. Но мы попробовали тот. Да, да, мы решили попробовать. Это был пиздец, мягко говоря. Калик. Вот у кого-то же все есть. А у меня нет ни денег, ни совокупления с тёлочками. Ничего нет. Бля. На самом деле есть. Бля. Ну это реально, когда твой друг ноет, и ты такой. Бля. Ну что я сказать? Это нашей жизни. И какой же? Чтобы его узнать. Ты говорю про рецепт хорошей жизни. Ты должен спросить меня, как это сделать. Спроси. Как это сделать? Для того, чтобы заполучить секрет хорошей жизни, ты должен проникнуть в яйцо. Яйцо охраняет огромный, вонючий, жирный бурдалак. Блять, это хуйня, по-моему. Блин! Блять, пиздец, вы даже не перезаписывали, вы такие, просто, ну похуй, нормально. Я же боюсь животных. Пишут ты, Тоха, вы что, ебанулись? Где Тоха? Боишься животных? Так ты пойдешь его убивать, чтобы получить секрет хорошей жизни. И сколько тебе за это заплатили? 50 тысяч? Чтобы понимали, вот этот ролик, его стоимость 50 тысяч рублей. Ну, блять, зато круто получилось, согласись. Да. Запомнился, да? Я передумал. Я больше не боюсь. Сейчас пойдем. Макс появится, смотрите. Голем, блядь. Короче, рецепт хорошей жизни охраняет тот, у кого хорошая жизнь. Типа, на тот момент это был Макс, блогер-миллионник. Типа, у него много денег, и у него есть хорошая жизнь. Он ее охраняет, типа. И Леха пошел эту жизнь забирать, типа, хорошую. Блядь, тут ты реально голым. Кто это? Это блогер-миллионник. И у него есть хорошая жизнь. Вот она лежит, ты должен ее забрать. Но как? Ты берешь подсказку? Мы что, нашел? Да. Хорошо, блин, тогда я беру просто подсказку. Чтобы его убить, тебе нужно спеть супер-песню. А какую? Но если я его спою, получается, я его убью за тебя. Так мне это и нужно. Блин, опять меня развели. Этот сюжет, это просто пиздец. Хочешь денег выиграть, тапик 100. И там, короче, вот в конце будет вообще разъеб. Во-во-во. Это я понял про твою позицию вкратце, Коль. Да-да-да. То есть вообще вопросов... Ни одного вопроса нет, Коль. Ни одного вопроса. Ублюдки. Это он умер, типа? Он умер. А, ну, да. Вау! Вау! Зачем ты два раза сказал вау? Не знаю. Вау! Давай, разбивай. Сука. И нахуя? Но там ведь ничего нет. Давай. Это всего лишь обычное яйцо, там, да? Концов, это же обычное яйцо. Пиздец как. Я прям не помню, что это было. Там Ельцин, по-моему, в этом был. И прикол.
О май гад, ты Ельцин так ничего точно. И не понял. Смысл был в той песне «Хорошая жизнь», понимаешь? Тогда зачем мы вообще атаковали блогера Тогда зачем мы вообще атаковали блогера Миллионника и забирали это яйцо? Блять, 50 тысяч рублей за это! Я ему сейчас скинул на пруф, они сказали, ты уверен, блядь, что это вообще нормальный ролик? Я говорю, да, чуваки, это стопудово разъебет. У нас еще, по-моему, подожди. Во, вот эта хуйня тоже пиздец. Ну, мы, конечно, смотрели полностью мем, потому что там, ну, в отличие от Коли, у меня реально было что рекламировать. Джонни, мне надо с тобой решить одну очень важную проблему. Ты очень много пьешь. У тебя проблемы с алкоголем. Бля, ты думал, что мы спустя года будем реально смотреть свои рекламные ролики, нахуй? Это ж пиздец. Они же интереснее, чем нормальные какие-то. Как же мы скатились. Я волнуюсь за тебя. Разговор не окончен. Бля, я помню эту квартиру так раз, что все съехал. Да, нормальная хата была. Ну, ты заебал меня. Это я! Коля? Хай в клетке, чтобы не бегал. Коля. Не мешай мне, мама, я загораю. Коля, ты загораешь в моей квартире, что ты сделаешь, Коля? Ну ладно, пойдем, показывай мне кухню уже. Коля, задолбал. Какая кухня, что ты делаешь у меня в квартире? Коля! Коля! О, какая кухня классная у тебя, брат. Ну что, мне нравится. Да, хуйня. Какие классные стулья, стольчик. Коля, что ты здесь делаешь? Я буду у тебя жить, Максим. Блядь. Сука, что за параша? Ну ладно. Бля, кэш это параша просто. Пиздец. Я там, знаешь, что в этом ролике больше всего нравится? Когда ты мне сказал сказать рекламный текст, и я его запомнить не мог минут 10. Я Лекса позвал, чтобы он его зачитал. Да, было. Амарок. Я помню. Ну, кстати, надо что-то такое еще поснимать, даже, может быть, не в качестве рекламы, а в качестве, знаешь, так, просто ради прикола. Придумать идею и сделать шутку, допустим. Это как я тебе сегодня уж идею свою рассказал, так не говори ее. Так, а я не помню ее, кстати, уже. Я без шуток уже забыл. Ну, песню перед кем спеть, помнишь? А. Так не говори. Так давай реально делаем ролик, что, допустим, надо просто сюжет. Лекс, смотри, ты, короче, приезжаешь, получается, туда, и у тебя появляются люди, которые являются организаторами места, там, типа, клуба. Нет, в том ролике надо конкретно просто, чтобы было название, и там реально это будет в этом шутка. А так можно снять реально какой-то, смотри, типа, сюжетный. Смотри, сюжет такой. Давай начнем с самого бесполезного супергероя. Типа, супербездарность. У меня есть сюжет про супергероев, брат. Короче, мы, типа, 4 чувака идут по что-то там полю, ага. И там находят волшебную корову, которая исполнит самые заветные желания всех нас. И мы хотим стать супергероями. Нет, даже не самые заветные желания, а просто делает нам, дает нам суперспособности. Ага. Суперкорова дает суперспособности. Да, и она дает нам суперспособности, исходя из того, кем мы являемся. Вот один чувак постоянно матерится, и... Это Дрейк может дать суперспособность. И эта корова сделала из него чувака, который вообще не матерится и говорит, как интеллигент такой максимальный. А выглядит он все равно как гопник. То есть он просто говорит, как интеллигент в теле гопника. Потом чувак есть, который постоянно говорил про то, какой у него огромный хуй. А прям вот говоришь, у него маленький член. Нет, это я говорил про то, что у меня огромный хуй, а в итоге у меня вагина, короче, появилась вместо хуя. Это для концовки важно. Ага. Потом еще чувак, у него суперспособность, он когда подпрыгивает, он превращается просто в огурец и падает на пол. Ой, это я, мне нравится способность. И ничего не происходит. Я бы хотел такую сыграть. Вот, и четвертую я не помню... А, нет, тот чел, который про хуй говорил, у него реально стал огромный хуй, и это тоже для концовки важно, очень важно. Потому для что меня засунут... Нет, он когда говорил про... Он как Пиноккио, когда он говорит... Блядь, чувак, короче... Стой, дай я это расскажу, там весело. Когда он говорит про то, что у него огромный хуй, у него хуй вырастает всегда, как только он врет. И он вырастает каждый раз, когда он говорит про свой огромный хуй. А у меня, я не помню, что у меня было за хуйня с моей личностью, но у меня, короче, пизда появилась вместо хуя. И потом мы что-то такие, типа, мы нашли свои суперспособности, прикольно. И появился враг наш, который хотел убить всех супергероев. И он с нами встретился, всех по отдельности поймал. Гопника как раз, чувака, у которого хуй огромный, и обмотал гопника и чувака их хуем, и связал их типа хуем вот этим большим, понял? Да, рассказывай. Так он захватил вот этих двух. Потом третьего он тоже как-то убил, и потом финальная битва со мной. И у меня просто пизда, типа, я ничего ему сделать не могу.
И тут я говорю, я тебя сейчас свергну песенкой. И знаешь, какая у меня песня? Какая, да? Знаешь, есть песня Pink, что-то там wanna say, Хорошо. Вот. А, тот огурец. И у меня песня про то, как я его сражаю лучом, состоящую из менструации, из пизды. Вот, типа... Прямо оттуда. Да, я читаю куплет про то, что на самом деле женщины тоже быть хорошо, не, типа у них есть плюсы, хорошо, они могут кровью из пизды убивать людей. И там у меня припеве, вот я помню слова, что-то там... Отсоси пизду, ёбаный злодей, руки, сука, прочь от моих друзей. Да-да-да-да. Вот, вот такая хуйня. И я его убиваю вот этим... типа лазерным, вагинальным, типа кровянистым лучом, он свергается, взрывается, и... А, еще... вот, знаешь, как он последнего бил передо мной? Как? Там, получается, чувак прыгнул на него и стал огурцом, и упал. Вот он такой, ха-ха-ха, я тебя сразил, ты всего лишь огурец. А потом, когда я уже убил его, этот огурец поднял мой друг-оператор, который снимал этот ролик, и съел этот огурец. А потом, в самом конце, когда мы сидим, уже бухаем, такие, ха-ха-ха, классно, как мы злодея этого свергли. Этот чел, такой оператор, а, что-то у меня живот прихватило, пошел в толчок и высирает Егора, потому что он огурец, и он стал из огурца человеком прямо в его жопе, ну, прямо в желудке. И он его высирает прямо в туалете. И это конец. Охуеть. Просто этому сценарию уже года 4, я так понял, типа, вспоминаю отрывки. Там, на самом деле, много было всяких приколов. Ну, я за 10 лет видел многое, но это вообще какой-то пиздец, ебаный. У меня там 3 сценария лежало, там был еще сценарий про смерть косой, которая там, я не помню, там тоже смешно было, но не помню что. Был сценарий про то, что был ребенок, которого мама отдала музыкальную школу на фортепиано, и он должен был... играть. А он эту школу проебывал, играл в доту. Ты же понимаешь, сейчас какие-то сценаристы из Голливуда смотрят стримы и 100% спиздят его. Ты не боишься рассказывать на стриме? И ты уверен, что никто его пиздить не сможет? Не сможет. Это слишком сложно снять, только я смогу. И потом я видел, да, другие работы. И мама говорит ему, типа, чувак, завтра приходит, сынок, завтра приходят все наши родственники, ты сыграешь им то, чего ты научился за 5 лет музыкальной школы. А он все эти 5 лет в доту играл и нихуя не мог. И он такой, блядь, надо срочно научиться играть на фортепиано, чтобы что-то показать. И вот он весь ролик что-то там делает, а в конце, вот я помню только концовку, он играет мелодию псковского порно. И, по-моему, все начинают ебаться, типа, те, кто смотрели, все родственники друг с другом. И еще песня... я еще песню написал поверх вот этой мелодии псковского порно, Как она звучит? Блять, вот я не помню, честно, но там что-то типа, прикольное было. Я ебался, ла-ла-ла-ла. Ну помнишь эту мелодию? Да. Ну короче, вот, да, там в конце все поебались. Прикольные у тебя, конечно, сценарии. Не думал попытаться их не придумывать? Не думал, нет, сценарии вообще лютые. Да, брат. Девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй. За то, что делала на ей столько лет. А девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй.